В Днепропетровске компания молодых людей забила насмерть мужчину. Около часа ночи пострадавший возвращался из гостей домой. Проходил мимо школы, на территории которой двое парней и одна девушка распивали водку. У молодых людей возникла идея ограбить мужчину. Сначала его избили, затем отобрали мобильный и банковские карты, а потом решили добить. Мы не ожидали, у нас просто заигрался адреналин, вот у нас так получилось. Мы вообще не ожидали, что человек умрет. Один из задержанных ранее уже имел проблемы с законом. В целом же их всех ждет до 15 лет лишения свободы.